Слушай. Нормально? Вот так. И это с нами пойдешь на заправку? Всем приветик, ребят. Влог этот выйдет в понедельник, но все равно сегодня праздник. Мы всех поздравляю, всем добра, счастья и мира. Сегодня я продолжаю красить яйца. И буду печь несколько пасочек. У меня формочки еще остались. Тут у меня тесто. Вот, и остался у меня еще один крафин. Вот, все остальное мы съели, поэтому сегодня под куличи буду печь. В куличи хочу добавить вот эти вот цукаты. Лимонные и апельсиновые. Вот, а сейчас я сварила яйца. Покрашу яйца быстренько. Вот у меня всего лишь 10 штук буду красить. И выбрала я голубой и фиолетовый. Потому что посыпка у меня вот здесь вот голубая, фиолетовый, зеленый. Зеленого у меня нету. Ты его так зовешь, он этот звук бежит сразу. Ну что ты ему этот корм даешь, Ксюша? Ну все равно, он уже не ест его. Он должен кушать один корм, а не разные. Все равно мало. Ну все равно. Еще я буду делать меренгу, потому что у меня после теста остались белки. Мама, они невкусные. Это не цукаты. Цукаты. Это цукаты. Это фу. Ну не нравится, не ешь. Это папа тебя просто хочет поцеловать, Ксюша. Папа тебя хочет поцеловать. Ксюша не любит обнимашки, не любит целовашки. Привет. Кудрявенькая. Что я хочу? Чтобы не подходили под этой, для вот этой посыпки. А зеленый? А нет у меня зеленого. Зита. Обойдемся без зеленого, ой, ничего страшного. Оно, и чем дольше ты будешь держать, тем ярче оно будет. Но я не хочу сильно яркие, мне вот такие нравятся. А ты? Серьезно сделала. Все, яйца покрасили. И сюда посерединке поставим кулич. Помажем сначала этой, как это называется, меренгой. Сахар. Белками, да, белками помажем, посыпем посыпкой и на стол поставим. Сейчас попробуем. Ксюша! Ой-ой-ой! Надо застегнуть, во-первых. Нет. А ну-ка, побегай. Тебе идет с твоим аутфитом. Кринге. Ты тоже носки снимай и без носок. What the fuck? У тебя уже в четверг. В четверг у тебя уже балла, ты еще не ходила даже. На каблуках. 3-4 часа у них будет балла примерно. Но мне кажется, они удобные. Самое главное, чтобы мозоль не натерла. Поэтому нужно в них походить в немножко. В носках надо. Все, расслабься и пошла. Во! А ну-ка, ты выше меня, что ли, уже? Нормально? What the fuck? Ты ходи целый день. Не, привыкай. Надо, надо. Ну, хотя бы 2-3 часика походи в них. Ну что, ребят, куличики мои испеклись. 3 штучки только сделала. Сейчас мы поедем на заправку. Я хочу посмотреть шоколадных зайчиков и шоколадные яички. И? Каролина, помоги мне! Oh, yeah. Ой, Каролина! Пинаться умеет. Потом приедем, я буду взбивать белки. Вообще я делать меренгу, чтобы помазать сверху на пасочке. А это для что? Это сверху буду посыпать. А это что? Украшение. Для куличиков. Я даже не проверила, приготовился он или нет. А вдруг он еще не приготовился? Нет, нормально все. А что ты? К нам сегодня опять придут гости. Напросились к нам в гости. Приехали Лео родственники, поэтому хотят с нами познакомиться. Мы еще не виделись. Поэтому я не знаю, сколько я сегодня вам смогу поснимать. Сейчас, вот сейчас я чуть-чуть поснимаю, потом придут гости. И в конце дня, скорее всего, я еще... буду снимать. Так, ладно, поехали за зайчиками. Они у нас сейчас со скидкой продаются. Надеюсь.
на заправке. Так как сегодня воскресенье, магазины закрыты, мы поедем на заправку. Не надо, мамочек. Поехали, давайте. Это уже 3 часа. В 5 часов к нам придут. Смотрите, как Каролина оделась. Надела куртку теплую, как Ксюша. Еще и в носках. И белые носки. И это, с нами пойдешь на заправку в носках? Я буду в машине. Вот эти вот цветочки, от этой пыльцы у нас аллергия. Но у всех нос забивает. Дождик идет сегодня. Так, в общем, взяли вот таких вот два больших зайчика. 4,95 со скидкой 50%. Взяли два. Потом взяли вот такого одного, киндер. И вот такие вот яички. Они стоили 9,80, но 50% на все скидка. Представь себе, если я буду ехать в школу. На велосипеде? Через еще эти поля? Это вот будет. Все, меренга у меня готова, она пробует. Она прям как крем, знаешь, такой воздушный. Вкусно, да? Рецепт я готовила на водяной бане. Очень вкусно получается. И она такая, знаете, густая. Вот формочки мне уже не нужны, поэтому я их буду вот так вот уже снимать. Ты что-то много сделала. А я же буду выпекать. Ух. Вот так вот еще сделаем. Я посыпку от всех спрятала, потому что уже половина съели. Ой! Один краткий. Может, его тоже верхушку намазать? Да? Ну-ка, вытащи его. Горелая, да, немножко? Поджаристая. Давай быстрее вытаскивай, а то мне нужно потом в духовку быстро, пока не засахарилась. Так, все, теперь краску добавляю сюда голубую, сюда фиолетовую и размешиваю. 4 добавь, потом перемешай, посмотрим, как получится. 4. Можно вилкой, может. Или ложкой. Ты думаешь, что вы меренги делаете? Ну, я сейчас буду делать. Я хочу покрасить, чтобы они цветные были. Можно, я тоже буду мешать. На, мешай. Вот, все, наши пасочки, зайчики, яички. Вот так вот покрасили. Красивенько. Шоколадные яички. Куриные, крашеные. Так хорошо? Зайка белый. Можешь еще добавить поярче. Вот это сейчас теперь застынет, засахарится. И это все. Куличики? Это куличики. А паски? Ну, вообще, паску называют... Паска это из творога делается, насколько я знаю. А с теста это куличики. А пасочку делают из творога. Все, ребята, такие вот у меня помпушечки получились, какашечки. Убираем на час 150 градусов. Все. У меня еще осталось на вторую партию. Я сейчас переложу в этот мешочек. Так, все. Прошел час. Вот такие вот они получились. Потрескались почему-то. Немножко. Ну, вкусные. Ты пробовала? Мама, вот такой. Так, у меня еще один пакетик остался. Изнутри. Да, почему-то они изнутри такие поджаристые. Странные. Вот, смотри, да? Видите, внутри они почему-то поджарились. Покажи. Можно поменьше. Да? Гостей проводили. Буду сейчас убирать со стола. Время уже... Сколько время? Уже 10 часов. Девчонки кушать будут и спать. Перед сном покушать. Смотрите, уже подсохло. Кстати, меренги все съели, да? Гости наши подъехали. Много было гостей, поэтому наши меренги быстренько закончились. А тебе еще нужно волосы сушить или нет? Мокрые. Они влажные. Влажные. Тебе тоже волосы сушить или уже подсохли? Да, мокрые. Так, ну-ка. Кто тут сел? Куда? Куда? Нельзя. Крышку хочешь, да?
Иди играй. Филька уже умостился, тут спит, отдыхает. Уже буду собираться спать. В общем, скорее всего, влог получился не очень длинный, поэтому буду монтировать его завтра утром. И рано вставать, в 6:30, поэтому пойду спать. Пока и увидимся в следующем видео.